нет, сегодня у нас необычный сладкий репортаж, где все счастливы. Сегодня нам предстоит настоящее расследование. Дело в том, что за 4,5 года компания APL собрала огромное количество отзывов и благодарностей. А у нас возник вопрос, есть ли кроме хороших результатов людей у этой компании какая-то документальная опора? Что стоит за этими символами на упаковке? И можно ли вообще употреблять леденцы APL? Подробнее в нашем расследовании. А начнем мы с этого символа на упаковке. Сертификация ISO – это серия международных стандартов, которые применяются к системе управления качеством продукции в организациях и производственных компаниях. Наличие этого знака на упаковке – свидетельство того, что продукция соответствует мировым стандартам качества. Компания APL имеет данные сертификаты, а это значит, что как производитель она достигла высокого уровня надежности. А мы направляемся в Уфу, где специалисты провели независимую экспертизу продукта. Нам был не безразличен состав продукта, продукт, который употребляет наша семья, наши дети, продукт, который мы рекомендуем нашим друзьям, знакомым. И поэтому мы решили сделать независимую экспертизу в Институте органической химии Республики Башкортостан. В нашей лаборатории были представлены дрожжи компании APL. И мы провели исследование методами ядерного магнитного резонанса и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Метод ЯМР показал, что основой являются везде, во всех дрожже, сахариды и дисахариды. Глюкоза, фруктоза, рабиноза, лактоза, маноза. Вот. А минорные продукты методом ВЖХ были, значит, охарактеризованы. Это в основном биофлавоноиды. Хорошо известно из науки, что все биофлавоноиды могут синтезироваться только в растительном сырье. В данных дрожже мы нашли, что имеется кверцетин, дигидрокверцетин, рутин, апигенин, норгинин. И в каждом дрожже их различное содержание. Также известно, что эти биофлавоноиды имеются в растительном сырье. Скажем, кверцетин – это значит, гречки в зеленом чае. Соответствующий апигенин, например, в кожуре апельсина. Рутин – это зеленый чай и гречиха. Поэтому мы считаем, что эти дрожжи совершенно безвредны и очень полезны. В той же Уфе были проведены доклинические исследования, в ходе которых не пострадала ни одна мышь. А мы двигаемся дальше. Декларация соответствия – важнейший документ, который должна иметь компания. И, конечно, этот документ присутствует у APL. Декларация о соответствии удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям нормативных документов. Декларация о соответствии имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия и действует на всей территории Евразийского экономического союза. Европейского таможенного союза. Декларация, если товар декларируется, то он, в принципе, распространен на все страны. Это необходимо для того, чтобы продвигать этот товар. Это необходимо для того, чтобы показать покупателям, что компания производит именно качественные товары. Во-первых, это и безопасность. Для того, чтобы товар экспортировался с территории России, к примеру, в Азербайджан, то есть подаются сертификаты соответствия. И дальше в Азербайджане этот товар проходит гигиеническую экспертизу. А компания APL прошла сертификацию не только в странах Евразийского таможенного союза. Пожалуй, самая серьезная проверка была в Молдавии. Мы находимся в столице Молдовы. Город Кишинев славится своим вином и архитектурой. Но здесь мы не для того, чтобы дегустировать и любоваться красотой. Здесь мы для того, чтобы лично убедиться в том, что компания APL прошла сертификацию в Республике Молдова. У нас в Республике Молдова есть законодательство, есть постановление правительства, которое включает требования к данной продукции, включает требования к оценке производства, которые в процессе, скажем так, может по срокам, по процедуре чуть-чуть отличается от других процедур в других странах. Мы
поехали туда, чтобы посмотреть условия производства данной группы продукции. Мы были удовлетворены, то, что увидели там. Производства были шикарные, система качества была на уровне, были контроли на каждом этапе производства. Можно было увидеть журналы готовой продукции, сырья, промежуточные журналы, как проверяются параметры полуфабрикатов во время производства. И мы отбирали пробы, потом разместили пробы в нашей лаборатории. По протоколам испытаний нашей лаборатории мы увидели, что в самом деле продукция, которая производится на этих двух фабриках, качественная. Ваша компания получила сертификат на 3 года. Это одна из 7 сертификаций, которая предусматривает выезд на место производства. И сроком на 3 года, один раз в год инспекционный контроль, периодическая оценка за сертифицированную продукцию. Наш потребитель может быть уверен в безопасности продукции фирмы ИПМ на рынке Республики Новая. А мы продолжаем. Как выяснилось, весной 2014 года компания отправляла экземпляры продукции в лабораторию Академии естественных наук в Ганновер, это в Германии. В течение нескольких месяцев ученые и специалисты Академии проводили исследования и эксперименты с дрожже, чтобы убедиться в их эффективности. И в сентябре, после тщательного изучения и формирования выводов, Академия наук решила наградить аккумулированные дрожже IPL 2 медалями, которые вы можете увидеть на упаковке. Первая медаль имени выдающегося немецкого ученого Рудольфа Вирхова, который в свое время был профессором Берлинского университета и сделал много полезного в области общественной медицины. Этой наградой отмечаются ученые компании, работающие на благо общества и достигшие успехов в выздоровлении людей. Вторая медаль имени известного русского ученого Владимира Вернадского, знаменитого своим прогрессивным мировоззрением и стремлением внедрить в медицину новейшие достижения ученых. Она присуждается ученым и организациям, внедряющим новые технологии в свое производство. Компания APL награждена медалью Владимира Вернадского и именным дипломом за внедрение достижений в мире нанотехнологий в продукт, доступный для каждого человека. В составе этих леденцов имеется достаточно большое количество так называемых биофлавоноидов. Биофлавоноиды представляют собой антиоксиданты очень широкого спектра действия. Они синтезируются в растениях, а вот биологическим эффектом наиболее сильным обладают по отношению к уже животным органам и тканям. Там более 100 может быть этих биофлавоноидов. В составе этих оздоровительных продуктов может обеспечить достаточно хороший биологический и терапевтический эффект. Мне кажется, что уже достаточно аргументов в том, что компания APL выпускает качественные продукты. Мы бы уже остановились снимать на этом месте, если бы не еще один документ. Мы исследовали содержимое продукта APL на наличие различных веществ, входящих в их состав. Эксперимент проходил следующим образом. Брались конфетки, растирались, экстрагировалось их содержимое органическим растворителем, хлороформом, и экстракт концентрировался. Сконцентрированный экстракт мы исследовали методом газовой хроматографии с масс-спектральным детектором. И полученные пики сравнивали с базой данных при помощи программы NIST, идентифицировали их, относя их масс-спектры к определенным химическим соединениям. В результате анализа было обнаружено, что состав вот этих конфеток, помимо основного компонента, конечно, сахара, входит большое количество веществ растительного происхождения, которые содержатся в различных травах. По большей части это
аромамасла, эфирные масла, такие как цитринолол, лимонен, ну и много-много других. Это вещества безвредные, не опасные, которые благотворно сказываются там, на здоровье человека. Продукт компании APL прошел нашу тщательную проверку. Он годен к употреблению не только на словах, но и на деле. We'll be right back.